Вот, это тут Самара, арка. Здесь работы Виталия Аливанова. Он сам продает. Ну, вот все теплые. Мне, собственно говоря, что нравится. Вот это нравится. Натюрмортик с цветами. Вот этот вот. Вот этот вот просто. Пейзажи. Нет, мне кажется, нормально должно быть. Нет, я медленно работаю. Это работа практически манная. Здесь прохладно, на улице жарко. Виталий, давайте, вот художник Виталий Аливанов. Знаете, где искать? Арка пересечения Ленинградской и Самары.